Всем привет! Да. Направляемся мы на речку. Пугайте речку. Ай-яй-яй! Пап, ты не знаешь, на даче трагедия? Да, трагедия рядом с нашим домом. А то вчера ночью мы даже... Ага, белыми такими фигнями я даже видео могу дома показывать. Меня заснило еще. Да, там было еще лицо, и оно летало. Потом еще Полина голоса увидела. Да, потом я еще в доме увидела это, в другом доме соседнем, лицо, которое было, которое летело. Совпадение? Не думаю. А, по ту сторону стоит. И без никакого фотошопа. Мы нашли в машине зеркало. И тут же закрыли. Ой, смотри. Свет. Я знаю, я вчера поняла. Куда же мы едем? На речку. Я поняла. Ух, трясёт как. Дорога шоколадом намазана. Ты что, всё снимаешь? Нет, только включила. Ой, я только включила. Самые дачи снимаю. Нет, я поставила на паузу, Саш, скажи. Да, на паузу. Да, ну просто красиво. Что так трясёт-то? Ох ты ж. Было уже меньше машин, когда мы утром ходили. Ну конечно, это же было. Смотри, туда посмотри направо, какой дом. Смотри, какой балкон там. Ух ты, это что такое? Приехали. Не очень, быстрее говори. Теплое. Теплое, да, сейчас проверим. Бейби, да, Саш? Ну что, не рулим, я не понял. А я тут машины, ты пока тут вырули. Вот когда вот это все про. Ну рули. Ну куда ты едешь-то? По дороге рули. Можно мне сразу выйти, да? Ты быстрее сейчас хватай, кто-то отжимается. Закрыть окно? Не, нормально. А? Ну киньте, я думаю, что нет. Учиться, да? Да. Провела нас полдороги и учится, да? Как бы не убить людей. Нет людей? Надо было мне за руль сесть. Я и точно когда-то не писал. Тебе уже самому сидеть надо.